Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем наш телемарафон, посвященный Международному дню охраны памятников и исторических мест. По инициативе главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева 5 мая 2019 года по всей республике стартовал проект «Сохраним памятники», призванный объединить всех неравнодушных людей к исторической памяти Якутии, дать возможность жителям нашей республики, трудовым коллективам и отдельным общественным организациям внести посильный вклад в сохранение культурного наследия. Үдөгейінен күнді көрәшілер бүйт бүгінгі бігіге ақсия бүйт икі жиені чөлігер түхәдіге ананыға. Бастықы жиі ғусалдың лұғығығыр иккіз баяғантай нәхелігер. Балағанна қаласқа тұрар 19 сүйеге баяғантай лұғығыр клуба лабыд. Савва Алексеевич Егоров сабысқы клуба онна Джакустай Корат Чернышевскі бұлсызе тұрар Дмитрий Кононович Сивсев Сорнамолдан жиелергер ананыға. Напоминаем, наш телемарафон идет в прямом эфире, и каждый зритель может стать участником благотворительной акции по восстановлению этих двух объектов. В углу ваших телевизоров указаны номера телефонов, по которым можно отправить денежные средства, а также отмечен QR-код, который перенаправит вас на сайт с реквизитами. Давайте озвучим номера телефонов, мобильный банк 8-914-275-5111 с пометкой СОРУН и 8-968-161-7688 с отметкой САВА. Эти истинные курды, кундикарящие бит, сорна молонга, вон САВА Егоровка, тустухунан, нюмер дербаллар, он хазбитилергер, итагат, оттен бейагат, итаханам багар бит адрес кетегер, оттен былырын, аспут телемарафон, манчары башнетын челюгер тюхериге, анам итабары, идир булықтақыт, манчары башнета, мене хаңылы сулуғын, майя селени тертурар. Эпир устата, Джон Бейтин көмі қарчетын ыйдан, балаған айгар рюменінен, бұ рюменінен, юрюлях, арлыта болбута. Олды унан дия сонунларға кепсе біттере. Разрешите представить вам наших экспертов. Это Руслан Васильевич Васильев, председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Это Андрей Анатольевич Высоких, руководитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры города Якутска, заместитель председателя общественного совета при департаменте Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия. Вонна Андрей Васильевич Егоров. Усалданы луғын икіз баяғынтын әлеген бағылыға бері үстата күттіні ұлықтыра. Шөдіне қамығияға бүгін кәлен алыр олылыр, Сахар Республикатын культуратын, онына историетін әбиектерін қарыстыр департамент сөрін специалистері Айсара Алексеевна Сартоева, онына Инокентий Юрьевич Слепсов. Оты күнді көрәшер біт, усалданы луғығар тұспа шөдіне қамығия өлі. Напоминаем, что сегодня мы проводим сбор средств для восстановления двух исторических объектов. Давайте поподробнее ознакомимся с домом головы Байгантайского улуса Егорова Саввы Алексеевича. Бе балаганна тен аласка турабыт. Мына булыр Егоров Саввы Алексеевичтен ке иккиз баягантай нехилиги олуктагы. Кини бул антан бу баягантай уркку баягантай улуугар клубалан алып бу кеги булар. Онотан бу намукка кепсенерлен кини төнчө бу дене төнчөгө сүз хыл бастыган аргас туппу пулун септен рахтагы хакайрин бу улустарын берибер келете кегидер. Ол кейгелен бұл ұлыстар аналог түлі өнігер бері беркеледі. Оныттан бұл баяғанты орайуан ұлуға бұл налогын бартын сүйіз бұр өнтелен олып бұ дебіт. Бейді ехе ұға біт, оны соғойан бұл төттірі тиген тәкілаттыр рақтағы. Оны бұл кем рақтағы бұлығана бұл Савва Алексеевичке үрін көміз кортуғына нағарадылығыр. Онтығайын тиген ұлан баран манна кәлін кене онтығайтын өрен бұл ұлықан ұғығы ғар. Оныттан бұл ерігер дойдудығар ұлықан де бұл онды оннақ де. Онна ұлықан ампар. Бұл мана бұл егенікде тоғыз сәрге оны тұтуыс ұраға оңын тұрбы дүйден кепсейлер.
Он оттан кинем анна би улудир кемигар джонго сири тюнгетайхни жуэдігі пыттен кэпсиллер. Он оттан бу кодуха оңрауахуна жуэдігі пыттен кэпсиллер. Он оттан сюйхи хылги итайхин оттан бу улуска баянты улуглар күйске тэнийтэн ен улэлэвдэйен кэпсэнэллер. Балас оттан бу дейне оттан бихе нэхлэг джоннары бары көкөрө билэхэдэвуд уркуттан. Хага хэрэгар элбах реставрациялнар мандаг оңхулар гытлынылар. Республикала. Он оттан бихе бияк пыдэмэ манны киллерэн, манны камсаханга бихе бияк пыдэмэ оңхуллан бу карыскалга кийлэрэ боллар дэмбит бағана алақ буд. Конечно, этот дом вообще уникальная такая усадьба. Продуман до мелочей. Видите, вот там даже вот как всякие задвижечки, прочее, все сделано с такой любовью, с такой точностью, да, вот прямо это. И самое-то главное, что интересно, дом он... Мы знаем, что как бы, русский дом, так называемый, да, они были, ну, низковатые там, да, потолки были ниже стояли, а тут он, дом такой высокий, чувствуется, и с камельком стоит там, да, поэтому согревался за счет лучистой энергии, и я думаю, такой дом прогревать было сложновато, наверное, но тем не менее, зато эта вентиляция позволяла жителям этих избежать различных инфекционных болезней. Еще и вот в дальней половине, вот за амбаром, там что-то сохранилось еще интереснейший такой, сказал бы, артефакт. Это вот часть уросы. А таких вот объектов, да, вот у нас в республике, собственно, сохранилось очень мало. Мы не должны, опять же, подходить к тому, что объект сохранять ради сохранения объекта. Он должен быть вписан вот, в туристские маршруты. Да, только тогда этот объект будет жить. Потому что если он как бы его восстановим, он будет стоять, он через много лет он снова будет приходить постепенно в упадок. Кендюгурашлы бидети Савва Игуров диетин көрдүбит. Аны билигин Сахар Республикатын народной суриячыта социалистическая үле героя Дмитрий Кунович Сивсев сорунум олдан диетин көрүйон. По материалам известного краеведа, дореволюционного краеведа периода первых годов советской власти вплоть до 50-х годов, Пантелеймона Васильевича Попова, нам известно, что вот данный участок, состоящий вот из нескольких домов, как и этот дом, как вот этот дом, да, и даже вот часть Чапалова, она с конца 18 века принадлежала такому известному на тот момент купцу Харитонову. И получается так, что, скорее всего, конечно, даже по всем этим признакам, этих домов, да, 18 века здесь нету. Эти дома, которые мы здесь видим, они в основном были построены уже в 19 веке. Видимо, когда бизнес его, да, еще больше расширился. Самое-то главное в любом случае, что этот дом очень интересен именно с точки зрения архитектуры. То есть это как раз вот тот элемент городского строительства, городской усадьбы именно конца 19 века. Ну и самое главное, наверное, что в этом доме в 50-х годах 20 века жил знаменитый патриарх якутской литературы, советской литературы, знаменитый общественник Сорун Омоллон. Вот дом, в котором проживал Дмитрий Николаевич Сорун-Омоллон, он принадлежит городу Якутску, но буквально год назад мы взяли его под ответственное хранение. Сейчас провели субботник. Здесь проживал последний жилец этого дома. При поддержке администрации города Якутска его переселили. Сегодня он полностью свободен и готов для того, чтобы тут начинать работы. Поэтому мы сейчас проводим телемарафон по сбору денежных средств. И именно общественная наша организация приступит к восстановлению этого дома. Күндүк рәшер бит санатабыт бүгін бігеге сақабы телевинетігер бұға эфирге телемарафон болы тұрар. Окурдық икки культурна солталақ дейлері чөлігер түйәріге телемарафон ұтабыт. Көрбүкі күрдік 19 сүйеті әқада тақыды үші тұтулақ бұлығы дейіне чөлігер түйәріге. Эте ұсалданға 19-тон ұтық кейбіт бары сақа жана кен туттар кейбіт сұрыным олдан оларын аспы дейетін әме чөлігер түйәріге ұлақан үлі қамдас
халнанерер. Об лентурер эхиги кемагатуттен олусатулуктах. Онан бу бүгүнгү телемарафон булган тухары бейягат семей кемагатын үттергит олчи булит эди. Ингарабыт. А мы продолжаем наш телемарафон по сбору средств для восстановления домов, один из которых находится в Усть-Алданском районе. В нем проживал глава Байгантайского улуса Сава Алексеевич Егоров. Кстати, раньше глав районов называли именно головой. Ты наверняка об этом знаешь, Георгий, конечно же, да? А ну, из истории, да, я знаю, что голова по-якутски кулуба, да? Но сейчас это слово голова у нас переименован как голова. Ну и тут и корень один. Да, и тот да, же. Да, да. А другой дом находится в городе Якутске, и в нем проживал Дмитрий Конович Сивцев, да. Сорон Малон. Амалон, да. Сеп, дяре, санатабит эхиги экранг теркестер QR-коду дагайдахха, ван шиотун реквизитер гостюга, ванна ханасет тюгер бар, телефон номердерден, мобильный бан, нюнгюе бейагат, кема хачикетин үйтеяқатын сеп. Сеп оттон ханатабыт бейяға шиотна хамухилуэллир, ваннаттан усалданга эмия туспа шиотнай хамухия улэллир. Оттон бериэмэтигер сеп түбэхендерен бейяге төхө харчики битин эхияқа кепсиян сэрдеттан эхияқ бейт. Сеп билген студия битигер Ыңырар бүтін көңілләң Сахар Республикатын бір бұйтыстыбатын бір седәтілінің сол бұйатшы Сергей Васильевич Месниковы. Сергей Васильевич, үйтіу кейі болуқтың. Добрый вечер. Үйтіу кейіне. Бұйылы ме көрісті бүт, аспысылғы көрсі бүт, онаттың бұй үшуге қайдары үгеске көбілі енерер жібі маңнық көрсі хүй, онан жаба халысты баяғат ханағаты. Былдырын көрдік бейік бұл акцияны ұйыманны ғытан қалағы бұд. Сақаны сынаны көрдіретіне кампанияты бүйтіндіңі әлбәк кейі бұл бірайығы Сергейін бәйтін күтінің ұлымыда. Онтон бұл бірайық Исқоғаның ұнына истүрінің әттәк қайты телебетін көрдің 2019 сылаққа. Бейіл сүлгі бұл елдарханына Сен Николай бәйтін үтеу қолығ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 
түбін қатшытын түмен ол абиегі сүргіпті. Онан әйті бұрайық жон бейдебілін оны кәдік сөйбілдің ұлдан салғы бар бұта. Аксияға негеленіне әрі бол баққа тел-телер күтті ұланнар қолы бұра әккетігінші хүйбе халлаққа налогуай орган коллектива бейтін қатшытын түмен юрта Трошанского ден абиегі, исторический хоқталағы абиегі сөргіптен білген ол памятник бәтті қай болан тұрар. Онан бұл проект сүрін исқоғаны ден аңардас жон үбін қатшытын әрі құмуынан мұғырдан маққа жон молғам тұтынтар дағын. Ол ехін бейгі мандық ағаға сепергі бұл мандық проекті табыт, бұл мандық объекттар бұтын жон сәрге көрін білен істен күджік бейгі қарысты көмі қатшының ұйтақтарына бұл нұрот күйі, көмір күйі ден бір егі жақшы итағаллаға болар. Онан бұл қолы бұра бұдырынғы ұтылы бұл акцияға манчары башнетін абиегін сүргітуге ме жон күтті бұта. Улықан бөдің тәліктері ол егер мен әйтекпен ада сақа херін темес соларын кампанияда көктөртік күтті бұта. Кейінлер бұл осы республика социальны қайыскеттігер үлді шөйді қылсан үлі әлдер, бұл бұйылғы акцияға мен қаянды күтті әқпіт дәнінер кейінлер кәлен тұраларынан кейінлер күттілері бұл өден бекерін әуін. Оны ұттон бұл манчары башнетті сүргітілілден федеральный хоталақ объект ұрыс қаланын тұрбып болдағыны, білген жон Сергей үйрүйтін ұтчат түхілі қалбақ оғы осколы өрін әтшілері кәлендер бұл объекі көрін үстен ұлыс оны республика істуретін белелері болуыды. Бұл бігі объекттар бұтын әме манна келдер солынталары үйді аулақан. Осколы өрін әтшілері ұтчаттар бұл объектка ғыджан білен историяның, ұлыс историяның жүкізік құрыққа бігі үйді аулақ памадеттер балды. Оны сұрыным олдан бұл шүлбейіз үйе ортатығыр оларын аспыд жеті сөргітіл үнінің бұл әме ұлыған ортадақ болу кәнді. Оның мақтанықын барам бұл бігі бұл әпшесіне түмшілер үйді көктөртік күттілдер. Кенілер бігіне қағамағар болғамта тұтыға жалдар. Кенілер көгіләйіндерден, кенілер үддебілерден бігі үлебіт тәтімек үйірер дені тек Екетігінші хүйбе бейхіл ғанатығыр бұл департамент халайшыда Николай Франш Макарап, оның апшесіне түмсі салайшыда Руслан Василия болымыд, олырым бұд, бұл әсе Николай көгіләйбіт бір егін қайдақ салғы күйірден тәтемелен бердебеді. Оның сүрін бұхарылығы өттен
бу телевидениенеге сахана сыдане көрдөрүнүгө дүнүйө таккаммыт ага сефирге кепсеммит отчоуна бу көжүйө күчтөк болууга дейин баармыбыт бул кимге бир эгени кетти бу бүгүнгү акцияны ыта турат ал жүгө чакчы дагандыктан бу үйлө барары ал жүгө тойдерттон ыччатка ананар була бу билден туура келер көлүүнө ыччат бу беги сорунум алдамыт кимин тугун белгилер колбор билген эти кыржагас коракка куружаала эбетер эти алампа жийлери хаңардылдан туралар дейт онун күрдө колбор сорунум алдан дейт хаңардылдан турара оттон ага история булагай история керек эте анан же Сергей Васильевич бүгүн келен кытыны Букарест жапты мактанабыт онотон эсе даганы көрсөк ден обак эренебит. Спасибо. А для участия в нашей акции разрешите пригласить нашего следующего гостя, главу города Якутск Евгения Николаевича Григорьева и Михаила Сергеевича Воробьева, генерального директора компании «Теплоэнергия». Добрый вечер. Очень рада видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, в какой вклад в сохранение двух исторических мест вы сегодня вносите? Добрый вечер. Я рад приветствовать всех гостей, телезрителей, ютюкегенен. Мы сегодня пришли, как жители города Якутска, в первую очередь, поддержать очень правильную инициативу, которую заложил в 2019 году наш лидер Арсен Сергеевич. Мы за восстановление исторического облика, за восстановление туристической ценности нашего города. Эти объекты, которые мы вот сегодня собираем на 26-й дом по Чернышевского, в котором жил Дмитрий Кононович Сивцев, неоднократно были там и... Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить старших товарищей своих, Руслана Васильевича, Андрея Анатольевича, за их неугомонную энергию, которая сегодня выливается в такой нужный для всего города проект, нужный в первую очередь для жителей города Якутска, для будущих поколений, чтобы мы могли оценить, насколько наш город действительно богат историей. Ведь он является самым старым городом на Северо-Востоке, форпостом освоения всего Северо-Востока нашей большой необъятной страны. Угу. Михаил Сергеевич, вы пришли к нам не с пустыми руками. Да. Добрый вечер. Акционерное общество «Теплоэнергия», наш коллектив, мы приняли решение также поддержать данный проект. Мы за то, чтобы мы сохраняли наше наследие, мы за то, чтобы этот проект жил и чтобы этот дом на улице Чернышевского был восстановлен. Спасибо вам огромное. Мы, в свою очередь, хотим вручить вам благодарственное письмо за участие в этой благотворительной акции. Бүгүнгү телемарафонга кыттар биги гылжыта бүтер мандык мактал сүргө тутурабыт Евгений Николаевич исирахтан тутурабыт. Яра. Как сам, как гражданин, как житель города Якутска сюда, да? Ага. У нас отмечено. И, ну, мы в целом, в любом случае, восстановим этот дом. И призываю жителей города Якутска, жителей Татинского улуса, всей нашей республики принять активное участие. Ведь Дмитрий Кононович – это заслуженный гражданин города Якутска. В честь него названа улица, в честь него есть и театр, оперы и балеты. Да, и вот пришло время навести порядок и восстановить дом, в котором он жил. Уверен, что в этот юбилейный год, год столетия, год 390-летия города Якутска, мы все вместе, дружно сделаем этот поистине народный проект. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, Михаил Сергеевич. Сертификат мы счетной комиссии передадим. Ага. Да. Все. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Вернемся в эту студию и продолжим наш телемарафон через мгновение. Эги саха национальный кордурер эхина компания телевидениетигер телемарафон көрөт бу эфирге күндү көрөшөр бит ол курдук биги усалданга Савва Егоров диетин ванна жукуса коракка турар сорунум алдан алар саддыбы диелерин чөлүгө түхериге акция аппаратурар бу эфирге анан барыкактакты кытар кытыгер эңерабыт. Я напоминаю, что в углу ваших телевизоров указаны номера телефонов, по которым вы можете отправить денежные средства. Также отмечен QR-код, который перенаправит вас на сайт с реквизитами. Озвучу мобильный банк 8-914-275-5111 с пометкой «Сорон» и 8-968-161-7688 с пометкой Сава. Ну а сейчас мы с удовольствием передаем слово нашим экспертам. Вам слово, дорогие друзья. Руслан Васильевич. Спасибо.
Вот сегодня действительно очень важный день для нас, потому что сегодня Международный день памятников и исторических мест, да, и поэтому сегодня все говорят об этом, каждый думает что-то внести свою лепту, и как раз вот в этот день мы проводим такое мероприятие. Хотелось бы, конечно, чтобы эти старые деревянные дома, а ведь в них дышит история, да, к ним можно прикоснуться, чтобы они были восстановлены, и они радовали глазом своих людей. И самое вот еще раз хочу повторить, что сохранять мы должны не ради сохранения этих объектов, да, они должны быть включены вот в туристические маршруты. Сейчас есть такое современное направление, как геотуризм, да, геокультурный туризм. И вот такое-то очень новое направление, которое мы должны вот у себя в республике культивировать. Потому что у нас очень много священных мест, да, это Кюляр, это Хайлар, там, да, все это. Это есть в каждом улусе. И поэтому, если мы вот это все правильно сделаем, то в каждом улусе найдется очень такие значимые места для туристских потоков. А сегодня, как никогда, потоки направляются, это внутренний туризм начинает работать, а мы должны быть впереди всех. И а туристов к себе притягивать. Какие планы у вас по поводу вот этих двух исторических объектов? Ну вот, я скажу, допустим, по дому по Чернышевского 26, да, мы планируем там открыть детский центр. Это чтобы дети занимались народными художественными промыслами. Это девочки, чтобы они могли вышивать там из бисера, да, вот, из кожи, из лоскутков, вот, то, что делали наши бабушки, да, вот. Этим они могли, вот как бы передавалось, и они продолжали это дело. А мальчики, чтобы могли работать с деревом, да, могли вырезать, там, чтобы эта молодежь была рабочая, они могли, чтобы руки были на месте. И это тогда очень важно. И самое главное, мы там еще восстановим кабинет Дмитрия Конвича Сурамалона. И значит, там будут приходить наши писатели, поэты там, да, и вот как раз здесь должно происходить связь поколений, когда старшее поколение передает свой опыт молодежи, подросткам, чтобы они действительно впитывали в себя. Это будет уже не как в школе или где-то там, когда учительница заставляет их учить или что-то вызубрить, а здесь они сами с удовольствием будут проникать и вникать в нашу культуру. Это самое главное. Руслан Васильевич, мин баха саид имере. Че арида биеривитен сытырхатан дейм курдухетте. Эти усалданга турар холобор савы горев диете, отан сахаджана билен турар Аласка үддүк сирге туталла, онны күгестеяхты, көрөбөбит үшуе бәхерге турар көнәхетке. Отта бихи көрөбөбит сорны молдан диете бұ залак диеке турар диете бұ чырнышевске турар диете, көрөбөбит курдук арида инчағай ту онкой хоқо сирге турар курдук че. Орын кине арахат эннек сен неуіп бұхалақ. Оны қайдақ ол барта улар ерді, оннуттан ту бар бұ. Конечно, конечно. Ага, турар сире калаты барда. Вот ага. Это же когда шло современное освоение города Якутска, значит, полотно дороги поднимали. Угу. Соответственно, вот. Все эти строения уходили вниз. Поэтому здесь будет перепланировка территории. Угу. Конечно, ее поднимем. Этот дом, вот на самом деле эти дома, вот окна уже по самое, как бы по земле, угу. На самом деле окна-то были высоко, там человек иногда не мог дотянуться даже до этих окон. Ага. И он будет так стоять. И он так вот примет свой первозданный вид. Ага, шүй. Ну курду. Аннык. Сәбдеше көрәше бит әйдәне хиттегит. Ола улахан төрүтүн бартын улахан үлене ыйталлар. Сәптәнәттән кытатын маннык чахчы историске памятниктер биһиге кенәгәскә көлүенәгә үтчәккә халарын курдык оттан әһиге ми бәягат бу кемәгәтүн бедерге толы шәй булыйды. Кыттыс писагананан мин даны холы бер кыттыһам бар мен нәһай йөремәте. Да? Бу диене төлүгәр түһәриге мин эме бәем кылакпын килер сиптим диен аһан ен көрөм ди бу холы бер сорын молдан диетин улары бүтүн кәнеттен. Анан чек ататы. Андрей Анатольевич, вам слово. Чере, ага. Ну, на самом деле, очень важно то, что мы начали делать это такое обращение к населению, повернуться лицом к людям, чтобы на самом деле сохранение истории – это не отдельно взятый категории людей, там, или мэра города, или историков. Это дело каждого из нас, и на самом деле очень важно. И мы много лет говорим о вообще создании, вот, сохранении вот этого участка нашего города как залог. Многие люди даже не знают, почему он называется залог. Угу. Но вот как это не смешно и не странно. Но много лет мы говорим, но вот несколько, в прошлом, позапрошлом году мы утвердили уже проект по созданию этого района. Это треугольник улица Крупская, Ярославская, Чернышевская, вот так если смотреть. И мы надеемся, что вот эта первая ласточка, этот дом, это будет, ну, уже в этом районе показывать действительно
сохранении истории. Не вот новодел бетонный там, а вот мы постараемся все-таки сохранить это деревянное зодчество и другие дома. У нас там порядка 27 домов мы провели паспортизацию. Да, конечно, это ужасно, что люди вот в 21 веке живут, ходят за водой на колонку, на улицу в туалет, но снести эти дома тоже мы не можем. Вот, в общем, такая вот, к сожалению, дилемма, да, у населения, что мы к нам очень часто обращаются, почему мы должны жить в таких вот жутких условиях, а мы ничего не можем сказать. Но вот постепенно к этому приходим, потому что там надо сделать инфраструктуру, надо подвести воду, канализацию, газ, опять же, отведение талых вод и так далее. Ну, то есть все мы знаете, какая ситуация сегодня в Залоге, да, во многих районах города. Поэтому вот начало есть, и слава богу, у нас Евгений Николаевич нас поддерживает. И первое, с чего мы начали, это всегда вот как раз такие вещи, как сохранение истории города. Я думаю, что вот к 400-летию города через 10 лет мы все-таки постараемся максимально этот квартал сделать так, чтобы гордиться им, и чтобы и жители города, и туристы наши, которые приезжают в наш город, вот с удовольствием приходили, смотрели, соприкасались с историей и народа Саха, и с нашей городской культурой, которая была вот на протяжении 400 лет создана определенная. Потому что у нас люди вот в Залоге жили разные национальности, там и казаки, там и еврейская слобода была, там на самом деле татары, да, то есть вот это на самом деле большой слой культурный, про который мы, вот, к сожалению, мало что говорим, и действительно надо детишек, у нас сейчас очень много приходит ребятишек, вот эту башню, которую мы восстановили 20 лет назад, надвратная башня на улице Кирова, и вот народ тянется к истории, мы находим какие-то артефакты, документы. Думаю, что и вот с приходом вот этих вот двух объектов в Улусе и у нас в городе начнется какое-то вот возрождение истории. Получается, что Залог, он будет именно реставрироваться. Да, но да. Вот это треугольник. Я вот добавлю, да, вот буквально в прошлом году городом Якутском подписано уже два концессионных соглашения. И значит, два старых деревянных дома, которым грозит физическая утрата, они будут перенесены тоже на эту территорию. И вот уже, в общем-то, город подписал два соглашения. И еще ряд предпринимателей, которые уже взяли себе объекты, которые будут тоже восстанавливаться, реставрироваться. И наше вот такое отличие, скажем, вот старый город, да, мы знаем, он стоит в центре города, и вот заложная часть, тут как бы принципиальное отличие. Если там стоят новоделы в основном, да, то здесь будут сохранены аутентичные деревянные объекты. Максимально сохранено будет дерево. Это замечательно. А сейчас разрешите... А сейчас разрешите пригласить в студию заместителя генерального директора акционерного общества «Железные дороги Якутии» Алексея Александровича Местникова. Алексей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли, какой пассивный вклад вы вносите? Ну, значит, маленькая компания. Наша компания является крупным транспортным предприятием в республике. И успешно реализуя свою производственную деятельность, мы обращаем большое внимание на социальные проекты. Ну и в рамках социального партнерства реализуем эти объекты в тех муниципалитетах, по которым мы проходим. Ну и ежегодно мы принимаем участие активное в проведении культурных и спортивных республиканских мероприятий. Значит, к акции «Сохраним памятники» мы присоединились в прошлом году. Проспонсировали 1 миллион рублей на восстановление памятника Манчары в селе Майя. Значит, данное направление получило большую популярность среди населения. Вот, ну и так привлекло, так сказать, внимание. Да? Вот. Порой вот памятники мы проходим мимо и не обращаем внимания. На самом деле они являются собой огромную историческую культурную ценность. Ну и люди нашей республики должны знать и помнить эту историю, да, этих памятников. Вот. Как говорится, уважая историю и неся ответственность за людей прошлых, мы сможем только благодаря этому научить будущее поколение. Вот. Ну и разрешите
от лица руководства компании, от нашего коллектива, вручить сертификаты на сумму 800 тысяч рублей на восстановление дома якутского писателя Сивцева Дмитрия Кононовича и Сурана Маллана в городе Якутске и Егорова Саба Алексеева в Байгантайском Улусе. Ага, огромное вам спасибо. Мы в свою очередь хотим вручить вам... Георгий, мы в свою очередь хотим вам вручить благодарственное письмо от нашей программы, от нашей благодарительной акции. Бегеха, бу железные дороги Якутии ген улахан тарилте халаячта Алексей Александрович Месиков келле. Он оттон сорным олан дитер 200 тыхинчаны дейте, он на Савва Егоров дитер 200 тыхинчаны окуду, ағыс 100 тыхинчаны бейдер. Эти курдук улахан тарилтелер, улахан кампаниялар маны көхтөөктүк кыттың, маны серге оттон бидилен көрешілер бит, билден тура баяғат семей қылақытын келлерін ген ыңырабыт. Сейчас я бегемия марафон бутын сағалы быт, окурдук, белеген беге ыңыра быт. Саха Республикатын эл түмен депутата Геннадий Анатольевич Васильев. Добрый вечер. Итоке әнен. Здравствуй, Геннадий Анатольевич. Кенегітті Кирер Соловьев Дмитрий Иванович. Бағалса Дмитрий Иванович. Кыын кейді. Моя история музей директора Хомойогин Хуахтитлер, он тоже Геннадий Анатольевич, бүгінгі үшеге бағай көрсігінен шетігілі ағарды болу ұқтын, отен дойдулақ кейі болаңды, отен уйгу сірі ұсалдан төріпті аққын, енігін аттынды бұға Савай Горов жетігер де қаяндағыны ханағын ұран қағалдан кәлләғын. Ұнық. Бетек еңен уастығылақ Сақабы сірін ұқтықтыра. Табастан туран бу бирейка календар бутолгундин вюребин. Оно то түгөндөн тухарым мин мактабын тирдиким барым. Бастан туран бигеттен бу бирейка халабат бигел дархамтера сенсин гевишке. Оно бу бирейка билин көгүлү хунде бигерис бүлөт проектистотигер департаментинга. Оно то нейка сакан кадрой кампания бу башима котоан икки сылынык тахтигатен улакан нейка мактаб болуктун. Темин бем булан то бу усалдан боларым бигетан оно бу икки баяндаги бем тирян нюскен улап пусирим болар. Онан бұдай дүгімен қолыры бұл аластыран үліктерінен тәлігеге көтен қолыры, маңдық қолыры. Ты білген қолыры білгенге анығы үйен қолыры батса бөл оғынанды. Бұл қолыры тұқ барды. Акси ваддонды қолыры, жон сәгге қолыры көрір, сөғір, мақтайыр. Күдік таңын маңдық бейіға тұтуылар, бейіға валылары өттен қолыры білген сөғілдер бұлы. Оның қолыры олан көтдіқыны бұл историяны керекелер, көлілі сетімен бұспат бұл бұрайек болыр. Сақан кейқаз бейді сақан кейті тұтан қаван көрдіғында әді Илі-қарағынан көрдіғында бейді кені әтеге қанын ұлынар. Оның бұланы бұл екі күтті спұт қаз бейді кеманды күттіғы мәң күдіктіғыны бұл көлеуінтің көлеуіне қолыры маңды құлықын істейдіске тұтуылар қолыры. Қас ұлыс айы маңды жәндейін бейі ұғыттақпын Оттон бу бөлектен болған оттон 10 километр. Ай, чоға кәдік мәне. Мәне бар баққын, отту үйден, бұлту үйден, құсту үйден, көрін тиен, бұл сүйді балағаны көрін соғын ағыр бұл. Автоманлық бүтін 19 сүйті ағы жерлерден білінілу ағаяқ болдақтар әде. Оттон бі дәсірі бұл әйге дойдықты өттіреді. Оны бұл қолуыра... Әбек білінген әңгілі маңдық қаралдан тұрғырттың құлығыра бейіттін үйірі болақ бұл. Кен тұтта. Кен тұтта бұл құлығыр бейді өділақ бұл. Бұл бұрығығыттың бейігі ой бұдыме кез баяғанды Тұрынтай Александр Иванович бұл бұрығығы ұрып құттың тілінері атабытыр атты. Оның түкіне бұл бұрығығы олыққа Бұрғанғын ұрып болуын, қорық қолыр өтін әге бұры ұлығын мұстан перепіматилар қығылын, әме қығынылар ағай, әме кеннегі ұлыған бейі кеннеге мақтабын дерінде бет. Сәп, оныттың бәйім жекерген мағатыттан әме сәме қылапын келдері бін, бейін түйінші. Оның ұлығаны бұл әме қорық қолыр өр, екіз баяндыдар атырттын әме ұтыттың ү
сертификатын айте эме шортник самыгия бағаласта тұттар. Оттан беге Геннадий Анатольевичке бүгін беге марафон мүтігар кеттігіккер эме бақтал тұрттың тұттарамыз. Мұны мәлді маннық күрук үтіені саға харыт, дойдын тұғығар патриот болакер. Спасибо вам за участие в нашем телемарафоне. Ну а сейчас, Георгий, мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, вернемся через мгновение. Күндегі рәшілбіт қылғыз реклама тоқты бұл кәнне, қаяндағыны марафон мұтын салғы ақты. Күндегі рәшілбіт саға телевидене тігер, телемарафон баратурар, окүрдік екке истерическе қабаннақ памытын нек тұтулар. Чөлігөтті әріге, санатабыт әйге экраңы тұр көстер QR кодуда ғайдаққа бан шиотын реквизиттерін көсті оға, онына қалған жәттігер бар, телефон нөмелдерген мобилден бан нөңе баяғат көмі қаршығыдың ұйдығықтың түсіп. Маңны қырдық әрейді бұхаран әйдеққа әйге телефонын тұр көннөрі QR коду көрер тұққа сканерге кейдбәккет, әйге бастан баяғыт қолыбыр банғыттер кейді, қолыбыр кеміңіз бір банг, кемге ВТБ банк, кемге Алмаз Әрген банк, бәйәт банктер, мобильный банктер керегіт, оны-онны де QR кодсуыт, өтчетігер тұқытақ сәрхеп, өте қатшығыт барар келер. Ден бұрыс өйдің бұхардың. Бары үйдәуі көп ұлы дегені, аны күйден серінен білін топ бар техниканы үйдің бұхарсар бұл қатшы. Қаяндағыны бәйәт банкт төліпенінен керегіт. Сөптер әйдіңіне. Спасибо, Георгий, за пояснение. А для участия в акции мы приглашаем в нашу студию заместителя председателя Якутского отделения Русского географического общества, заместителя ректора Северо-Восточного федерального университета по вопросам устойчивого развития арктических территорий Юрия Георгиевича Данилова и Соловьева Дмитрия Ивановича, директора исторического парка «Россия. Моя история». Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли? Ну, прежде всего, да, Русское географическое общество тоже является общественной организацией, и одной из основных целей как раз является содействие сохранению памятников исторических. Но, к сожалению, у нас не только в Якутии, а вообще в России, в общем-то, ну, многие памятники находятся в плачевном состоянии. Да, и поэтому вот наша акция, ваша акция, точнее, то, что вы проводите, это очень нужное дело. И мы, конечно, как вот общественная организация, тоже присоединяемся к этому марафону. Спасибо вам за это. Ну, я тоже представляю не только исторический парк «Россия. Моя история». И вот в прошлом году и Русское географическое общество, являясь исполнительным директором отделения, и в прошлом году мы тоже вот оказывали такую поддержку этому почину и считаем действительно его очень важным. Это такая общественная инициатива, которая объединяет, как мы видим, очень много людей, которые душой, абсолютно вот душой своей вот с этой миссией. Они считают себя своей миссией заботиться о своем культурном наследии, о своем родном крае. И вот это такое приобщение, оно нас, я думаю, всех делает богаче. Вот. Мы, конечно, как общественная организация, как Юрий Георгиевич сказал, не обладаем такими огромными ресурсами, но вот наша желание и всех наших членов отделения присоединиться к этой акции очень большое. И мы благодарны, в свою очередь, тем попечителям, которые тоже нас поддерживают. И вот, собственно, наш вот фонд, он тоже складывается из вкладов вот тех людей, которые поддерживают историю, культуру, географию. Да. Поэтому мы здесь сегодня и очень рады, что мы находимся здесь. Так. Спасибо вам огромное. И вручаем сертификат. На 30 тысяч рублей. Это счетной комиссии, пожалуйста, передайте. Мы, в свою очередь, хотим вам вручить это благодарственное письмо как память за участие в нашей благотворительной акции. Спасибо. Спасибо вам большое. Желаем удачи. Спасибо большое. Спасибо взаимно. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Удачи. Сөйбдері, эти күрдікі бігеқі марафонға күтті кәләні әлілер. Күнді күрәші біз бұй часы ұстыдың тұқара әге бұғай ферге Саға телевинтен каналығар телемарафон көрегіт. Сөйп, салғы үлдеттар бүтін көрсі оғын Айталина Алексеевна Черноградская. Капитал қачақтақ әпернестіғақ обсыстыра представителі. Здравствуйте, добрый вечер. Вчера рада вас видеть. Айталина Алексеевна, үйтеу кейхенен. Үйтеу кейхенен. Ага, сөйп, бағалысты. Ага.
Мин бәйәм, әме икіз баяғамдан төрттәқті. Әбәм Егорова ден. Олеген бұ тәрәхіне өйәмміт. Она тәрілті біттен әме көмілістілер. Отыттық емчі қалдым. Наха, шеге. Айталина Алексеевна, сәрігілі барған мақтал бұл ұттын бұл әйге тәрілті ғат бұл капитал ден ұттын республика әрден білдер болдағы айды. Оныттын бәйяғат бұл бүгінгі тәрәхіне күтті бұл күтгер бұл ішірап біттен мақтан абыд. Сәп, оныттын бұл алысты әмен шығырны қамығыяға ұғыр оқайын. Үшітөр бәйен ұсалдамтан төрі тәқ Мы, в свою очередь, хотим вручить благодарственное письмо, как память об участии в телемарафоне, благотворительной акции. Спасибо. Евгений Дмитриевич. Евгений Дмитриевич Кирвашапкинга. Спасибо вам. А я хочу пригласить к нам в студию Николая Михайловича Черосова, который сегодня выступит от имени независимых экспертов историко-культурной экспертизы Дьяконова Виктора Михайловича, старшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук, и Шараборина Аркадия Куприяновича, заведующего отделом археологии, Музея археологии, этнографии и истории Высшей школы СВФУ имени Амосова. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли, с чем вы хотите поделиться? Ну, прежде всего, я хочу поздравить своих коллег, общественность нашей республики с этим международным днем памяти, который был учрежден ЮНЕСКО для того, чтобы привлечь внимание общественности мирового сообщества к проблеме сохранения культурного наследия. Поэтому, в принципе, вот мы находимся здесь, и с этим днем проводится вот данное мероприятие. Мне, в принципе, хочется пожелать всем краеведам, всем историкам, всем людям, которые вносят свою лепту в возрождение культурного наследия, поздравить данным событием и пожелать, значит, успехов, благополучия, здоровья в этом вашем поприще. Ну, законом по охране памятников учрежден институт историко-культурных экспертов, которые тоже занимаются сохранением объекта культурного наследия, определяют, в принципе, их категории, занимаются, в принципе, тем самым, что и вот наш департамент по охране объекта культурного наследия. Как вы помогаете? Мы, в нашей республике тоже есть, в принципе, вот, определенное количество экспертов, которые занимаются своим делом. И поддерживаем, в принципе, инициативу, которую проводит наш департамент по охране объекта культурного наследия. Поддерживаем, в принципе, ту работу, которая ведется по сохранению объекта культурного наследия, реальная работа по сохранению памятников архитектуры, памятников истории, памятников, которые, в принципе, вот, являются, ну, недвижимыми, которые, в принципе, вот, реально стоят на земле. Поэтому, в принципе, не только поддерживаем, но потом пытаемся внести свою лепту. Вы знаете, что данное, скажем, заседание было поддержано главой нашей республики Николаем Асеевым Сергеевичем. Он за свои личные деньги восстановил объект культурного наследия оригинального значения в селе, в музее в селе Теркёх, историко-культурном заповеднике. Это мельница Топчанка. Большой, серьезный объект, который, конечно, требовал огромные деньги, был в таком, будем говорить так, полуразрушенном состоянии. Но вот с помощью, в принципе, вот работы нашего департамента, с помощью Асения Сергеевича, этот объект был восстановлен, он сейчас, в принципе, в хорошем, прекрасном состоянии. И хотелось бы, чтобы, в принципе, вот эта работа продолжалась. Приятно, что в этом году, в принципе, вот выбраны два объекта. Объект, который, дом, в котором жил Дмитрий Иконович Сипцев, Сорономолон, человек, который сделал очень много для культуры нашей республики. Имя человека,
которое должно быть сохранено. Вот, ну, сохранено не только, в принципе, в книгах, в работах, а сохранен еще и дом, в котором он жил. Почему? Потому что, в принципе, вот есть понятие. Покажи мне своего друга, я скажу, кто ты. И продолжение его. Покажи мне свой дом, я скажу, какая твоя душа. Поэтому, в принципе, вот эти материальные вещи, они имеют большое значение. То же самое, что и дом главы Петрова Балгантайкова Наслева Савва Алексеевича, который, в принципе, тоже внес большой вклад. Но мы, эксперты, собрали, в принципе, свои скромные средства. Вот. Мнение, конечно, разделилось. Тут мне объяснили, что есть две. Да. Две урны. Две урны, два ящика, да, да, с отметкой. Куда можно вложить. Но двое из наших коллег, они поддержали, значит, восстановление дома Дмитрия Коныча Сипцева, Сорона Малона. Это Шароборин Аркадий и Дьяконов. Виктор Михайлович. Они свои конверты по 10 тысяч вложили, попросили вложить куда-то сюда. Но я долгое время, в принципе, работал помощником у депутата Усолданского, у Жиркова Александра Николаевича. Усолданские люди ко мне близки, вот, они мне как родные, поэтому я поддерживаю Саву Алексеевича. Ой, спасибо, Николай Огромное Михайлович. Спасибо, Николай Михайлович. Мы, в свою очередь, хотим вручить вам благодарственное письмо как память о благотворительной акции о нашем телемарафоне. Санатабыт Николай Михайлович Чиросов. Бүгін экспорт бияға кытынна. Барғамақта болуқтын. Сәбінеттен кене әтейдігер әмей қолбаға тепін бағырмын чақшы әтей білген ағай сұрыным олдан тұғын әттәті өлі ақыны бігі түспітігер әлбе оңырпты деді. Ханан көрі қайын доқты әрата барбаққа Таттыл ұғығыр Черкек музейі. Оттан білден тұры бұл бұлыргы тұтулары, бұлыргы бұл полицияның олыран асып балағанларын, музей дейлерін барытын білден тұры Дмитрий Конович Сивсев сұрыным олдан үлден онна туруаттаран билген оттан үшүгө көрүүгө карайыга турдактар эле онтон ата эти былыргы мээлнеселер ду эти былыргы дээлер өтөктөр билген олокта сүппүп тимелибип улуктурун чепете онуоттон иннеген туураммыт биги Дмитрий Конович Сивсев сорунум олоаңы бээтигер үтүөнөн ороммыт кине олорун хыдыбыт жээтин чөлүгө түхериге бары олок күргүү менен көмүлөхүйогун нарот күйхэ көмүл күйхэ дени умнумаппыт Все, Ларина, сейчас, да, моя очередь. Хабилин Энгрехкайын Джулустан Михайлович Заболоскайы Усалдан Лугун Край Юретер Тюмель Директора. Дяре, пожалуйста, Джулустан Михайлович, дорогу. Еще и байкер сюжет, Келлин, пожалуйста. Проега Амехдан Юбит. Усалдан Сахнар Джагабатан музей директора бен, беги и бух ике сертификат тахален тровит, укордук усалдан культуратан управлениятан ататан, он БМ тюмелим ататан, бу ике сертификаты манна тут тарабен, билден турар он бу жүрдах кескиллях проект бу НВК линетнан маннекетлары дах керахсабиллях келер кенчарит чак бу архитектурный памятниктер хаяндагыны кинлер көрөлдөрүн курдук кына онна оннон колбура кен тутта биги история бытын келер кенчарит чаттар бит билелерин тугар эти дах кескиллях дела болот турар ден Отын Джулыстан Михайлович бейін болуқ, Крайы өртер түмелге өлі ербеккен. Отын Яхал оқ, кімне ағырдаған чугас болдаға айды бұл өйтерейін. Бұл самый чугас, ол көрдің бейі бұл күйін специально барымыт өкір біппет. Наға чугай қолуыры тұту, қайдақ бачаңызы түхінші ағыз сүйіс сыллақы тұту маңдық Син сенех, сенех турда турардан худдан үрбиппит, оннотон билген турар билген кине каяндагыны олох
хаян комискенен харыстанылан бу хулубра кинлер ытчаттара бейлери көрөт жаннар хулубра сүйүү сылгы кипетин курдук күрөтүн кахатын ин көрүнөндөн бу батчаңылы келбите биттен муну согу мактай көрбөтпөт онутун жиңер музей нүле аңардас тухка бу бетин серигер утугар бул бакка мандык рах аластарынан турар тутуулар чөлдөргө түхөн ити курдук оңолдон элдер бити болдулар бийге келер кенчари чаттар битигер нахал баа көрдөрү онна кепсилдак болот биттемит көрдөрдөк болот биттемит улхин бу мандык республикадан биге Илдар Хаммыт ите Чөркөк музейгер мелиңседен орбутун биге мен согомактай көрбөппүт. Бу кайдак оңолду тегинден. Эрте студенттик жамбыт баран көрбөппүт. Ону көрбөппүтөр олак биле эмегарен, алдынан турар этлер. Онтон аны сорунумалдан ите сотту музейине ме тутарыгар. Хүрдө албага мек памятник тарагылан. Архитектурный памятник тарагылан сөргүтэн турур бута хебилинген гылды бехе кулбара көрө исте биле ондук булато ичет болот осколо ото болот осколо ото каникулларга баран хыннан историяны билен келелер историяны билен келелер онун буллагына тиндик бу кескеллер жылы үстө салганан бара турдун онна бу телемарафонга беги бир дойдулактар бут ыңырабыт көктөктүк кыттыктар демит эренебит себеп Жылыстан Михайлович барга мактал болтун эн бүгүн бийиги терахмитиер көктөктүк кыттыбыдын ээха мактал сурукутун тыттырабыт уна автан аяр улар сүрдүктөн текстигилер багарабыт спасибо вам огромное себеп оттон күндү күрөчүлөр бит билигиңи туруугунан уус алдантын бияка эхитиндери келле окудук кетте тыгынча бир мөхөк солкубай уу карсынан кийде ол эбетер Белинге тургунан уапсай сумма 39 тыгынча сеттимек болла. Усталдандар молодецтер, эсе даганы кафтахты кыттан иһин. Сеоттон жокусте курулуктахтар вонаттан республика көрәтчүләре эһеге мие биле хаян даганы бүгүнгү телемарафонга кафтахты кыттын генин ырабыт. Аха, отон биетнен билен тур дойду аласен бары булугунан баран бу икке түгер холобур атын дагыны улус кехете механа бар холобур бу ус алдан улугарды эбетер бу сорну молдан жетерди кайда багар бир якырын сөпепте манна бүтүн сака серин историяда ген мен сакабын ген биги хананын биги салайттарын үйдө сонун бары багалса көктө акты көттөр кетерин рабыт сөп Сегодня билин биги ыңырабыт Светлана Афанасьевна Бурнашованы багалста. Ага. Багалста ыңырыптай. Добрый вечер. Очень рада вас видеть в нашей студии. А Светлана Афанасьевна Бурнашова бейте урбанит. Ага. Тер багалса Светлана Афанасьевна итве кие булуктун. Те истебит. Текенне. Ага. Биги боллагына бу сорунумалдан жете. Сөргүтүлдөн эрелеттен улус теңөрөбүт. Уна же келгеним атыттан бу бейбит клаптын килдеребит. Улус долгуябыт бу же сөргүтүлдөн улус кыргызбай болан жокускай курапбытын эсе даганы өрткөмгө келгетияга ичаттарга тухалаак боло дембит эренебит. Себеп жатын Светлана Афанасьевна баасы баян кырды билгендер эле эхеги бу же келген баягы тирилти атыттан. Биги ого ийдитинен жартынабыт Ондан така салбола уяннары, осколалары тарыямбит үлелиги жокускай коракка. Күндү күрөшүп бер баһарын этебин эхенни китигер Сахар Республикатынын үтүлө артыга Анатолий Бурнашов келгене турар дагы. Өтүз досун тыя. Онолох семей бек булун эппекке турар олох бем күч менен эттим. Анатолий Бурнашов же келгене. Сер. Жанатын эхеги же бу билигине мие бу корап бутыгар хүрдөгөн саха огото огото нитигер деп аят олох сырагатын бере халжагат. Ага. Онна же бу бүгүн бүгүнкү тарыхыңга шакытта келдигит. Ага. Же барга мактап болгон Светлана Афанасьевна баалса этикенигер шоудуна камыгы бар. Ага. Биги боллагына эхияха эмие жере ол үчүн ишрап бүтүн мактанан туранмы деп бүгүнкү тарыхыңга кытты бүк кетин эхияха мактап болуп бүтүн. Спасибо вам, Светлана. Эхияха жолу оргуну багарабыт сетихини.
А мы передаем слово инженеру проектно-технического отдела компании «Вертекс» Сергею Сергеевичу Малышеву. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Добрый день. Очень рада вас видеть в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, с чем вы нам к нам пришли? Бегалана был вон чуть-чуть таян Эйюхулин Багарова, бутили марафону. Бегакомпания вот была на много профильной была. Ага. То есть там чаганы тут он занимается, когда будет вообще стройбар, он на был, а я хоть да-то уже именно объекты культурного наследия, ремонт, он реставрация, он организовал. Оло ты эхитарил тяр, оло бы хочу бы уйни беги тире хамитир, оло бы хочу сюда нахо бить. Оло дилери реставрация лыгит, дилери чулюгат тюхеря, оло ты бюгин бияха, он ну кабан нахо дя тире хам баратураш. Сеп, он тэн, эдер улехит, улелябтан касыл боллай, Сергей Сергеевич. Улелябтан агай хай болла. Ола эдер улехит кинге. Чанантан, оло сюгэ кемгэ кэлбиккин, энтерилтэн үтюе хананан джонгэ кэмэлю хэркэмэгэр, унаттан эйяхэ индигитэн бу үтюе холобур болохтан. Оны үлі әрі үлде дүксетіле бағырабыд, бағылса сертификатын еже кәнігер шөтіне қамығияға тұттырағын. Бігіттен әйге компанияға, Вертекс компания, оныттан әйгігінен середетенмед, бігігі мақтал сұрыпытын тұттырабыд. Сергей Сергеевич Малышев. Әйге мақтал. Сәрі, күнді көрешер біз саната бұд, әйге телемарафон көрелер оғуд, өттіманның қабаннақ, телемарафон былырын әмия ұйтылы бұта, ол күнтік өдей бұлықтақыт, национальный герой Бағалай Манчары отын диетін башнятын ген аттырды. Жеңер өттің әмия историкті бейекілін көпсе әбіттірі, оны өттің жеңер ол кені Манчары Бағалай туа башнялап болуға енген жоңнырдың ғұриялылар социальный сетімлерге, ол күнбар өттің кенеттің көміскенін дебу Панамариоп кені рақта туа бай кейді башнят өкіпуд. Оны өттің Манчары Бағалай кемін башняты бұл, Барыстойдық Манчары Бағалай башында ден атты бұтсе. Оты бұл әреге бігігі Савай Гуров, онына сұрыны молдан жиелерін чөлігі түйәдеге де ұлыған үліне қамнағыды тұрабыд акция. Сәп, оның бағалысы білігін Михаил Васильевич Борисов, ұсалдан ұлығын бағалығын сол бұятчы, онына Анна Александровна Турантаева, дәрі бүгінгі бігігі герой бұд Савай Алексеевич Егоров Сиене. Оның көрсеуін, Итю, кейхак болуқтын, наха чугей. Сеп, дере, Анна Александровна, бүгін біхеге марафон мұтығы күтті кәлбіккер ишрафитті мақтана бұд, че оныттын әйяқатылы бір еқенер баста. Мен қос-қос ехем бұл Егоров Сава Алексеевич. Кені бұрағаннақ ген аласқа олар бұд. Онче хлопкулу балабыт, кенестебіт. Онна үш оғылаға біт, онтон бір күз екі ол. Ол сұжанлары бігіттен бігі бар бұп болуы. Онна үші бұлағаннаға ласқы мен күрәді дақпеттен онын олар бұтын, алты он екі хлаға дұл олар бұтын. Оларды Он автобан долол бұтым. Мұнна елі ағамын күтті. Бегі олар әректе оның оғытығы оғы болам мұнан. Оғылыры мұнан жүгастағы ферма сайылық оғылыра кенкелен оның бар әте. Оның әте дияға жынар қорқой оның үйреті бұт. Саңата, бе саңат дақпатында тәңге саңыстар құрдық. Ола дуараннақ дәрі. Дуараннақ құрдық. Ол оны іштәрі біттен оның әрі тұқтағар әте біт. Дені сүргітерге үлінің ұппыт. Бұл пабетниктары онына әрге төқтірі сүргітуге үлілі әр департамені департамыңа кем? Мақтал кемелдері? Ұсалдың бұғын ұлақты ақтырығар. Онына бәйім тетірі тұрой баяғантайын әлеген жонлары бар, мақталбын білдірі бін, онына бәйім сілмей бәліқпін. Бәліқпін бұл. Көмегін. Көмегін. Тұра, ойна ашу. Анна Александровна Турантаева, Сава Алексеевич Егоров сиене бүгінгі тәрәхінге кәлледі оты, оны бәйтін сәмен қылатын берді. Тұр мен үйтіғапын бағырамын Анна Александровна, әті дейіне әттілер дейті, наға олығы шөй тұтулақ дейін.
Ага, если и тут на твоем истории блядь, так и не хай так, кем я тут тарбуты дубей, тут тарбит то. Улахан Александр Иванович, он тогда и семель тебе бить? Вот то, где ты спи полгода. Он там, Анна Александра Турантаева Бархамахта Булохтан, Анна Белинтелла Вирякаин, Михаил Васильевич Борисовка, Усалдан Лугун, Бахлагин Слобиачте, Бахаса Михаил Васильевич. Утюги Ян Сахавасирин, Вара Олохтахтара, Бастатан Туран, Усалдан Лугун, Джонан Хергетин, Уна Джалтатан Ататан Бюгун, Андой Дюдюнан Белетинер, Дюнюктер, Уна Урата Карстанар Сидеркюнернен, Ититигистинник Агаделих Примагаравут, Уна Табу Бюгун, Брайек Кекелен Турамут, Беги, мы олус уребит, то это как бы и китинча хлеба, и кел беги, то идут президента Владимир Владимирович Путин, Россия нуротарен, культура культуралларын элестетин, сонан билдерен турар, он это буманнык өдөүнү калга, буманнык акция итиллагына олус хоталак тем бели тек бүтүн барабыт, он это бу беги олус путгар, кулубанан баянты улуга кулубанан үлүлүгү жүгүткө. Сава Алексеев дейте, вот это кем бүгінгі дылы тебелен көрдерділер турар. Он это сөлгіте әңгі беге улыспот жоны әргете әме активны кіттіңі ұлалар. Бидділен тәрілтілер, бидділен жоннар. Он это улыс жалтазын адыттан бұ бүгінгі телемарафонға бәбет әме сәмек қылапытын келер бүтін көңілі. Барға мақта болуқтын, Михаил Васильевич жевінеттен сертификатын бағасы сәйші шоғыны қамығы яғырын, енне басын кенелер бәлейті әне хияқтары. Шабатты бүхі әхияқы әме бүгінгі тәрәңі кәлін көқтіяқты күтті бүкітігін, ишрапы еттен мақта сұрып бұтын тұттара бұтын. Барға мақта болуқтын, дарубияны, Ситихийни, Джолохар Гунабагарабет. Спасибо вам огромное. В течение телемарафона приняли участие представители разных организаций, которые внесли свой вклад на восстановление домов, в котором проживал глава Байгантайского улуса Сава Алексеевич Егоров. Дом находится в Усть-Алданском районе, а второй объект в Якутске. В нем проживал Дмитрий Конович Сивцев Сооронумалон. А теперь мы с удовольствием передаем слово нашим экспертам. Андрей Васильевич, Бахалса, Андрей Васильевич Егоров, Усалдан Лугун, Икис Баянтын Хелеген Бахалыга, Бахалста, ага, Беттачуга, ага. Кунгу Гелен Калевачилер, Бүйінгі күннеттен бе нелек бит бу, Мелпилетеки битнен бехеттен күддеан кен туттавыт, оны уйеревит, онаттан бу юлені хаяндағаны сетерек бит, онаттан бу абиек юрилі ағалыдыр, бостановылны тугар келек бит демен әрене ханыбын. Оттан этер болуқа бұл Сава Алексеевич, де баяғантай ұлығығығар қолу балауыд, де болған баяғантай ұлығыға тәу ұлғаны идеен, ақайырын ұлықтақтыр, сөй ұрықтыр білбәп ұлықтақтыр. Мұны баяғантай ұлығыға ұсалдан таатта түйетін әлеге, Томпа ұрыйына барыта, Өймекен ұрыйына барыта, оны шадажы Муамар ұрыйына Бұл бүтеті ұйыңға Арақсан. Арақсан қалғай. Арақсан қалғай. Бұл салданға кейден олар ұбыт. Енетен тұрамын ұттан бұл мен сертификат бұғылы ақпын. Оныттан тұттары құмағар ұбын, оныттан нәйелегім жына бүтер әңгі мен қатшы, ұқ қатшынан күттістілар, бұл бөтім сүйлер бі күттістілар, бұл ұйыңға Оно там было того, как целая еще одна комиссия, которая была вовлечена. Дерево галста. Все, оно там было, я оно там был, я хмара вон, бо лыгатар бе баянтай ухгар бо усалданга икин хелек пабут би баянтай нехелега дян танда би хелега, бу нехелек кем я там ванна клуба дятен восстановига муттара, оно кое мне там бе ми ванна восстановига не хайн дямит, бу касем это хлебу хелеле хмит бу ванна келен турабут, оно там бо баянтай дере ми бедерен. Кластерин келеділер, көмелістілер, бұл ұқатшынан хүббе ағыстығыншыны ғыттылар. Оныттан кене Сабы Ивановичқа мақтана бұд. Оныттан ғылды ғытар бұл бәйле нехелек бет, әме бәйте кластерин келерін хүббе тұғыншыны ғытты. Бұл нехелек бет, жоны әргете барыта бұл төрден алты тұғыншы ағыс мәйе қомиын келерді бет. Оныттан бұл нехелек беттен бұл
нехлеген урбанитра. Мандыгам ондулар, он оттам бу бихе нехлег пыттен төрттег, оттам бу никипера паян юрген эвестен, саха везде хоттаритте, эметтен хюбе вестегентене уукачатнан бу бердилер. Сейчас он оттабахалса Андрей Васильевич чиотен хамыхияга туттар, бихеттон маннолох бартуохулар бустияха, он оттон эйяха, бихеге миеттон бүгінгі тирэхіне өйтюханы хиджаргар. А он оттон махтанан тұрмын махтал сұрым бүтін тұттар абын. Тұн бұ сертификатты бұны сөттін арты хұм бар. Ай, сөп, аха. Бұ баяғантай ұлу нәлігіттен бұ ОСТК, атутты ғынчан ғытта Завлысқа Анатолий Прокопьевич. Сөп, зенет ехұм бар абын, он оттон кіннер тұн бейхақа күйіс көме болалар. Бегенелек питтен, сеп он оттон бу объек беге тугунан оңолдук тактибит бу бебит маспытнан бу бебит маспытан оңолуп объек он оттон беге нелек делегат титериден атта он оттон беге бебит маспытан оңолуп темит бу мас беленен нене гереми сертификат берди бит шуга эмин де кемеге бу аха он оттон сертификат эле дагы берет сере сеп аха бу бұл дияға олар ұрттың кенекені самай қырау олара бұл Тұрынтайып Иван Иванович бұл бейтеме 35 тұғыншатынан бұл көп тұққа ақсия қытыдына. Ай, демалай кез. Сәу ұнаттың бұл бейге таларыстар бұл құлығыра Тілсо Валдим Валдимирович 10 тұғыншатынан, ұнаттың бұл Троеп Алексей Яковлевич 5 тұғыншатынан бұл бейге ақсия қытыдынылар. Ұнаттың бұл ұлықтар да алты артықтан бейметтің бұл сүйіс тұғыншалақ жүгәді беребет, ұнаттың бұл күйіс қатшылар, күйіс көмі болынлар бұл үлі түміктен еға дейханы бұл. Себеп жеттің еқі Андрей Васильевич Исырақтан беге мақта құрыпылың тұттыра. Ұнаттың сертификатын бартын, мұнуатын бартын әттің әді? Бартын әттің. Кемді қомай батын көмілес бүй жоның? Үсі дағаны көмілігін бағала жоңлар бағалылар. Ұнаттың бұл түрәйін Спасибо большое. Но сейчас мы передаем слово нашей счетной комиссии. На сегодняшнюю минуту сколько удалось собрать денежных средств? Добрый вечер. В ходе сегодняшнего телемарафона предварительно поступили денежные средства в сумме 2 миллиона 208 тысяч 300 рублей. Замечательно. Ага, 2 миллиона? 208 тысяч 300 рублей. 208 тысяч, ага. Все, Эхиттит, күнді көрәшілер бит, оқырдық 2 миллиона? 208. 208, аға. 2 миллион 200 ағыстығын жәкейді енеттілер. Оныттан күнді көрәшілер, бүгін әйгі бұ Сахавы телевизиндің студиятығар болы тұрар телемарафоны жоң қатшы кәлерін ағылан ұғаларын көрі олырумаң. Әйгі бәйяға тәмейе қылақытын ұғын оқырдық оттан сотавай телепион бұл баңғытыттан бұл көрер көр көкітігер дағаяңыз бағалсы баяғыт көмеғытын үйтін ден үңірі. Друзья, сбор средств не ограничивается этим эфиром и продолжится дальше. Все подробности можно узнать, связавшись с департаментом нашей республики по охране объектов культурного наследия. Давай, Георгий, напомним номера телефонов, по которым можно будет отправить наши денежные средства. Так, помнишь ты номер телефона? Надо найти. Вот, я нашла. Вот, так, 8-914-275-5111 с пометкой СОРУН и 8-968-161-7688 с пометкой САВВА. Также в углу ваших телевизоров будет отмечен QR-код, который перенаправит вас на сайт с реквизитами. Оныттан санатабыт күнді көрәшілер, бұл беге акселет бүгін манан сағаланынар әйге харсын өйін сыл ұстатын тұқары үйтігі қытын сөп, бұл үйін маннық акселет үйтілігінің кәніне бігеға манчары башынетті тұтылдан қайы еттін арылығын жан сәрге иләқір ақтатынан көрдік көт. Онын бұл үйтігі акселетға бары көқтіақты күттіргітігер өңірабыт. С
Тебнатан, Кюндикарешир Бит, Бу Тюгенье, Биги, Телемарафон, Тимиктенер, Эхиеха, Болгам Тотихин, Баргамахтал, Бутинтиридет, Вунда Кюндикарешир Бит, Эхиеха, Утюесанарат, Беятир, Вунда Очанан, Утюенен, Эргиллира. Онан, Баргамахтал, Бутинтиридет, Вунда Кюндикарешир Бит. Всего доброго и до свидания. Аныгыз, Керсио Хадире.